подошел к концу первый день фестиваля. Сзади меня кинотеатр «Спартак», в котором проходит сам фестиваль. Наступил вечер. Все анимешники рассосались по углам, принимать алко содержащие напитки. День выдался долгий, но насыщенный. Могу сказать, что главным врагом для любого московского, питерского анимешника и джей-рокера, приезжающего в Воронеж, это, конечно, меню здешних блюд и особенно цены. Так что сегодняшний день вполне можно объявить днем гедонизма. Несмотря на ветер, погода очень теплая. Я сейчас вам покажу главную улицу Воронежа, по которой я очень люблю гулять вечером.